если у вас Windows 8, как вот я, например, поставил себе восьмерку, ну, она лицензионная шла, поэтому ключ подхватил, и я хочу лицензионную восьмерку обновить до 8.1, то нужно действовать следующим образом. Можно через Explorer искать обновление, можно ISO-образ скачать, поставить поверх обновления, можно зайти в магазин. В магазине регистрация, насколько я помню, не нужна, но сейчас мы посмотрим, спросит он ее или нет. Скорее всего, не спросит. И уже в магазине выбрать обновление. И вот он сразу выдает бесплатное обновление до Windows 8.1. Его выбираем, жмем «Скачать». 4 с лишним гига она весит при распаковке. Ну, 3.62 при распаковке будет более 4. Качается, конечно, долго. Разговору нет. Вот. Но после того, как скачается, она сама предложит установиться. От себя рекомендацию дам. Как вот в моем случае, чистый жесткий, я поставил чистую восьмерку, и на чистую, пока не поставил кучу программ, я ставлю 8.1. Как это будет поверх, я не знаю. Еще, по-моему, с восьмерки до 8.1 можно это пропустить, можно сразу купить здесь же, по-моему, из магазина десятку. Ну, в принципе, все. Сейчас ждем, она, конечно, немножко у меня подлипает, у меня что-то с интернетом беда. Вот. А так, в принципе, я вам все, что нужно, показал. Видео попадет тоже в плейлист Windows. Там много всего интересного по работе с Windows. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.